Итак, всем привет, с вами XL Сява. Скоро должна начаться игра Nirvana против Na'Vi. Ну, пока еще, в принципе, до игры официально осталось. Так, официально осталось. Опачки. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перенесли игру. Беда, ой, беда. Да, вообще не вариант. Очень фиговая новость, потому что игру, походу, перенесли. И перенесли не на 5 минут, не на 10, не на 30. Да, аж на, блин, 4 часа. Да, это печально. Ладно, сейчас попробуем, короче, разобраться. Что мы будем стримить теперь, ибо если игру перенесли, то, в принципе, как бы надо... Надо подстраиваться под что-то другое. Вот, а под что именно подстроиться, это уже вопрос. Ладно, включу с вами песню. А пока я подумаю, что делать вообще. Что делать, как нам быть. Так, ну что, в принципе, игра переносится, поэтому, короче, дело плохо, придется играть, наверное, PUB, я не знаю, или, ну, или какой-нибудь реплей посмотреть, в принципе, все фигово, короче, из-за того, что игру перенесли, все как-то стало не очень хорошо. Вот, GoPub. В принципе, не знаю, если наберется людей на PUB. Если наберутся люди на PUB, то, конечно, GoPub. Так, играем мы на Сикапе, для тех, кто не знает. Вот, видим, что игру перенесли. Блин, это совсем... Ну, правда, это LGD против Home. Я не знаю, возможно, можно ли ее посмотреть как-то. Понимаете, я не понимаю, вот эти вот ссылки, да, они ссылки, я не понимаю, на что. У меня есть PP Live, но я не понимаю, что толку, что оно у меня есть, потому что...
Вот куда эта ссылка и чё? И чё, и PipeLive выделено, и что дальше? То есть я тупо я не понимаю, что надо делать с этой ссылкой. Вот как бы тут не... Что, вот PipeLive я открываю. Я не знаю, как пользоваться, просто PipeLive я никогда не пользовался. Ну все нахрен на китайском каком-то. Или черт каких других языках, и что здесь надо сделать. То есть я даже не понимаю. Блин, какие-то вкладки. Миллион каких-то вкладок, какие-то каналы жуткие. Не понимаю вообще ничего, что надо делать. Что-то грузит. Хрен, короче, хрен его знает вообще. Поэтому ничего не могу сказать насчет PipeLive. Может, что-то посмотрели бы. Так, заходим в игру. Азикап, Дотарев, стрим. ГГ. Вот, все с пробелами. Все как надо. Заходим и играем. Ну, что такие вот дела. 2-2. 2-2 это будет сильно. Сильно прям уж вообще. Жестоко. Вчера, кстати, стримил турнир 3-3, блин. Ну, знаете, я вообще не очень мне понравились игры 3-3. Как-то я думал, что 3-3 это повеселее. Нет, ребята, нихера это вообще не весело. Совсем не весело. Вот, так, есть у нас уже 5 человек. Вот, еще 5 могут зайти. Сикап. Нет, один вышел. Осталось опять 4. Вот. Но если не наберется сейчас, то тогда как бы, ну, будем играть. Блин, будем играть тогда в реплей. Будем играть на реплей. Вот так вот. Не, ну смотрите, вроде 6 человек. Асикап сервер, если что. Ну, как-то странно, не заходит, выходит, потому что не понимаю, в чем как бы прикол. Зайти на секунду глянуть и сразу выйти, я немножко не въезжаю в эту фишку. Но, наверное, им виднее. Заходим на Асикап. Должна была играть игра с фармфрейма показываться. Но ее не было, понимаете. Нету игры, ее перенесли. Ужасным образом перенесли игру. Вот мы видим, да, что на 3 часа. А, не, подождите. Вот она. Вот она, понимаете, куда встала. Сейчас 55, да, в общем, 3 часа 55 минут перенесли игру наглым образом. И что ты будешь делать после этого, я даже не представляю вообще. Так, осталось 33 слота. Заходим, если хотим сыграть на стриме. Хотим показать скилл, мастерство и все такое. Так, написать синий. Вот. Писать. Умеешь. Вот. Как бы, если хотите показать свой мастер-скилл и все такие другие страшные вещи. Вот. А то потом будете кричать в чате. Чё за нубы играют? Где вы там их нашли? Вот. Вот. Где вы их нашли? Чё не делают? То есть, не надо потом жаловаться, да, если сами не зашли и все такое. Человек, походу, вообще путает, да, немножечко. Сейчас не стримлю, да? Вот, обсерверы. Да тут игроков не хватает. Какой смысл-то давать обсерверы? Заходите в игроки, обсерверы. Зачем обсерверам? Вот. Обсерверы. Что нам обсерверы сейчас? Заходим, Асикап. Вот Ареф стрим. ГГ. Вот, я думаю, что все будет отлично. Все будет замечательно. Мы сейчас начнем игру. Не знаю, думаю, игра должна быть, ну, более-менее интересная. Ну, правда, конечно, я думаю, не Нирвана. Нави, да, ну, блин, хотя бы близко, конечно. Хотелось бы, да, хотя бы близко. Но хотя бы, блин, похоже, да, чтобы было неплохо. Заходим на Асикап. Будут стримы. Ой, заходим на Асикап и будет, в общем, там игра. Собственно говоря, там, ну, как бы не там стрим, но стрим. В том смысле, что, чтобы попасть на стрим, надо зайти на Асикап. Вот так вот. О, Асикап скрим. Как ты думаешь, Нави или Нирвана? Да я думаю, Нави. Хотя Нирвана взрюкала ГГ-нетов.
Ну, блин, конечно, гигнеты там, ну, не пикают гигнеты херню все время, понимаете? Я не знаю, у них какая-то проблема реально с пикером, потому что, ну, какая-то фигня всегда у них выходит, понимаете? Просто зачастую вылетает какая-то хрень, они берут. Что они берут, я не понимаю вообще, к чему там эти герои то есть играют. Иногда у них бывают игры, что они играют без лейта вообще. То есть, лейт какой-нибудь становится Риксар, который, блин, ну, ребят, ну, куда он там тянет там против Спектры, допустим? Никуда не выйти, ни Риксар никаких, блин, никого не убьет просто. Вот, из-за этого как бы дебилизм. Как бы у Нави я такого тупизма прямо не видел, да, бешеного. Боюсь, если начнете кикать у кого меньше 1к, то, блин, останется вообще никого. Вот, народу нет. Понимаете, знаете, ломились 50 тысяч человек. Вот, тут тогда бы ладно, да, сказать, ну там, давайте уже тогда, если меньше 1к, то ладно, давайте, короче, выкидывать. Вот. А сейчас, что кидать-то, я не могу понять. Сейчас у нас выбора-то, понимаете, нету, согнали нас в угол, вот, остался плюс один, заходим, если хапсервак. Вот, выбора-то нет, понимаете, что кикать-то сейчас. Сейчас уже кикать нет смысла вообще, никакого абсолютно смысла кикать нема. В этом я вас уверяю. Пишем в чат пожелания, какие-то интересные какие-то вещи. И, блин, наливали ребята. Вот, пока что-то, в общем, слабо. Может, стоило бы реплей постримить, я даже не знаю. Взять реплей и смотреть реплей. Не знаю. Админов на игру позовите. Не, ну были, кстати, админы, анхост. А смысл анхост? Блин, ну давайте анхост, не знаю. Давайте анхост сделаем. Ладно, давайте, сейчас не набьется, пойдем, короче, стримить реплей. Дота Реф. Стрим так пойдет. Да, пойдем попроще геймней, может. Я не знаю, люди не могут рассмотреть, не могут увидеть геймнейма, да, из-за этого какие-то проблемы. Close 12. Так, ну, блин, как бы я не вижу особого улучшения в ситуации, да, в общем, но еще и Ботру 6, а что Ботру 6? Нормальный бот пойдет. Ботру 6 это не самое страшное, что может быть. Я хочу вам сказать. Ботру 6 это еще не очень таки страшно. Вот. Ботру 6. Но на Ю, я думаю, будет вам еще хуже, поэтому чутоку. Чутоку, как бы рассказываешь про Ру-6, Ру-7, там, черт еще кто это. В принципе, неплохо. Неплохо, в принципе, сидеть и на Ру-6. Так, что я укатился. Так, ну что, ждем. Ждем народ. Асикап. Вот так. Ну куда отливает? Блин, чуть осталось народу набить, они ливают. Ё-моё, я просто не в доумении. Не понимаю, что происходит, почему они ливают. Это прямо-таки опасно. Опасные ливеры, они подводят страну, понимаете? Вот нужные моменты, надо собраться и сыграть папа, они заходят, дарят надежду и ливают. Это страшные люди вообще, я не знаю, надо их обходить. Сам играть? Хо-хо-хо. Ну я-то ладно, встану, в принципе, если уже один слот там, блин, будет, то можно, в принципе, встать. На игрока будет интересно. И, ну, будет, конечно, мне не очень интересно, но можно попробовать. Можно, в принципе, можно попробовать. Самому сыграть. Ну, давайте сыграем. Слаб. 1-2. Я уж тогда и мод буду писать, и все дела. Вот. Как можно... Что? Можно что-то со стримом сделать. Так, ну шо, клоузим. 12-й слот. Так, я думаю, все готовы.
Поехали, поехали, поехали. Ну что такое? Почему выливаете-то? Да, я буду играть. Решил я с вами сыграть, а что тут? Что тут такого этакого? Решил показать скилл. Правда, блин, насчет скилла, как бы я не уверен. Вот, в чем вся проблема. Хотя нет, сегодня с утра я играл, играли мы АПТБ. А нет, АРТБ играли, я выиграл, поэтому есть надежда. Есть надежда, короче, выиграть, понимаете? Есть это маленький-маленький шанс победить. Поэтому, блин, только не знаю, кого мне брать. Нет, я знаю, кстати, кого мне брать. Да, я знаю, кого мне брать, потому что я недавно играл. Но герой достаточно легкий, поэтому, хотя по фарму крипов он мне не очень удобный. Ну ладно. Мы будем, типа, короче, делать понт и отдавать крип-фарм другим людям. Да, ПМ. Поехали, поехали. Так, наша задача взять, я думаю, самое что-то такое нереальное. Что, знаете, что давно не берут? Это варлок. Вот оно что-то нереальное. Так, что собирать варлоку? Вообще, знаете, что собирать варлоку? Варлоку, конечно, надо собирать бенурну. У нас будет варлок мега-хиллер, короче. Что качаться он будет исключительно через плюс. Вот. Так, пойдем мы... Не, пойдем на сложную, короче. Пойдем на сложную. Так. Будем качаться мы, короче, плюсик. Плюсик и вся фигня. Так, 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 так. Биндим все это дело. И сейчас будем набивать себе ПМ. Ребята, давай. Давай, тащи. Тащи, набиваем ПМ. Знаете, как ребята, крутые парни делают вот так вот. 500 тысяч раз обводят там героя. Вот это очень круто, на самом деле. Я видел, что как делают крутые парни. Я, блин, просто тоже так хочу. Еще, короче, круто бегать вокруг Таура. Ну, крипов стопить мы, в общем, не будем, да, это, блин, лишнее, я думаю, конечно, наверное, нахрен это нужно кому. Кому интересно стопить крипов? Мы слишком мощные ребята, чтобы стопить крипов. Хотя можно еще попытаться, хотя можно попытаться. Ладно, давайте попробуем. Попробуем постопить крипов. Да не знаю, кто первый еще придумал стопить крипов? Я помню, знаете, не стопили, потом кто-то догадался от этой фигни. И начали стопить, да, вот, ну, не знаю, про кто догадался. И то, что там когда-то открыли штриплу, ну, придумали, что трипл лайном можно стоять, там все такие дела. Вот. Тут она выдумала, знаете, от этого бредотни всякой. И теперь приходится трипл лайнами стоять, крипо вот это стопить, там, все вот эти непонятные вещи, понимаете, произойдут. Страшный, да? Так, ну где крипы? Вот, на секунду. День. Тык-тык-тык-тык-тык. Опа, ну провтыкал. Да, провтыкал, причем очень круто. Ну, ребят, ну я так не играю, ну что это такое? Не, что, ну, короче, старпер совсем, он грипы обгоняет уж сильно прям. Походу, у варлока самая маленькая скорость, так понимаю, как у цемки, что ли? Да. Ну и варлок и старый пердящий дед какой-то беззубый. Ладно, неважно, какой варлок, главное, чтобы мы еще нафармить смогли. Ну, нормально. Те, в принципе, тоже не стопили, поэтому ситуация одинакова. Первый крип. Отлично, отлично. Ой, там Тини. Тини такой герой, который может мне навалять, на самом деле. Вот, в этом есть проблема. Слышь, крипов добивать будешь, сволочь, на. Ну, правда, мы Тини тоже можем наваливать, на самом-то деле. Сейчас мы будем качать плюс, поэтому атаки у нас будут, блин, дай боже. Ну, как бы там расти будет атака. Не от итемов, а просто так расти. Вот, и как бы из-за этого у нас будет, блин, из-за этого у нас будет дымак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это, короче, конечно, даун, скорпион, что-то так отпрыгнул, конечно, так вообще что-то, это прям я не знаю, что это было. Вот какой-то прыжок смерти такой произошел. И вот я именно, знаете, добивал крипов, так вот один раз добил, и все, как бы, я думаю, говорит, я больше добивать вообще не собираюсь. Да что ты мне сделаешь, дед мне? Присосался.
Мне как на самом деле пофиг, потому что когда качаешь через плюс варлока, на лечение хватает МП, дай боже. Лечить можешь по КД просто. Поэтому, в принципе, можно позволить себе. Мне кажется, скор поддался. Не знаю, там почему я был под... или был подкопит, что-то не заметил. Вот. По идее, должен был подкоп произойти. И уйти он должен был с подкопа. Почему не ушел, я не в курсе. Ну, что-то ему помешало. Не знаю, может, он боится, короче, земли. Знаете, скорпион, который боится земли, он боится в землю закапываться. Вот. У него клаустрофобия там или что-нибудь такое. Он боится норок, не знаю, боится, может, кротов, знаете, которые там под землей обитают, его могут схавать. Вот, поэтому всякие такие проблемы возникают. Так, пока мы гасим, короче, этого драного тини. Надо, кстати, Версуту взять, друзья, с Версутой играть, короче. В разных командах, дрюканить его. То Версута там же бог, типа, фп-стримов, я не знаю, но я про фп-стримы очень редко делаю. Ну и то это не специально, знаете, как сейчас, знаете, так вот именно тупо, если уж там людей мало, да, или какие-то еще другие причины. Поэтому не думайте, что там какой-то у меня мега-скилл. У меня скилл, наверное, ну, да плюс, может быть, максимум, я не знаю. Вот, как бы. Ну, может, на Цеме, знаете, на Цеме, может, я еще лучше играю, потому что там, как бы, саппорт, там, я, как бы, более-менее понимаю, когда связи с командой, там, да, оно попроще. Тут-то связь с командой отсутствует, ну, напрочь, какая-то связь с командой, извините, ребят, хорошо. Никакой связи с командой здесь, как бы, речи быть-то и не может. Вот, поэтому, конечно, это тяжелее вообще-то. Так, давай вот так вот сделаю, короче, иди отдыхай. Ничего тебе. Что Тини, знаешь, меня бесит. Бесит эта собака Тини, короче. Чтоб ты, короче, в аду горел. Вот сейчас он может, кстати, закинуть стан, но он не закинул, а это дурак. А мог закинуть, у него суринг, правда, еще тем более есть. То есть вообще я не вижу проблем, почему он меня сейчас не застанил. А мог убить, кстати. Легко, легко, легко. Опять. А, опять. Вот ну, сейчас это жопа тебе, скорпион. Ты такой, короче, ярый парень, потому что сейчас тебя застанет и отдолбят неплохо. Отсюда ты не хочешь, да, кидать? И чё мне сделать? Ну куда ты посидел бы еще? Что ты делаешь? Зачем? Я только готовился к тебе уже идти лечить тебя. А ты, блин, побежал. Там же так быстро не кончается. Может быть еще посидеть? Вылез. Зачем? Сидел бы там. Все нормально, тебя вылечил бы. Ну, ё-моё. Да, проблема, блин. Скор насливал уже, короче, им. А это реальный, блин, слив. Кстати, это не шуточки, короче. Ну, по идее, мне же должна быть урна тут. Но она как бы есть у меня по деньгам, да, если так подумать. Но до магазина я тут не доберусь ни в коем случае. Это просто unstoppable добраться до магазина. Вот. Мы пытаемся как-то фармить. Фарм, конечно, я думаю, что там не очень у меня много грипов. Я вообще не вижу просто. Мне в окне не видно ни хрена сколько грипов, даже приблизительно. Ну, блин, вообще это даже много для меня, потому что в этот раз что-то как-то хорошо фармит. Так, подводим. Подводим жертву. Пытаемся. Нет, катафалк мы не зафармим. Не да, не получается, не получится. Вот опять пошел скорп. Я надеюсь, он только не подыхать сюда пришел. Лучше можно никуда не врываться. Ну, в принципе, куда хотя бы врываться? Знаете, два стана Тини там, как бы, который еще подкидывает и... Да, и... Скелетон Кинг, я вообще тупо не очень понимаю, куда там вообще он собирается врывался-то. Понимал хоть, куда он врывается-то? Он же там не на цемку куда врывается. Да даже на цемку опасно, колба, понимаете? Вот, то есть, я не понял, почему, куда врывался там. Сейчас пытается подойти... Надо, конечно. Ой. Скорб, беги, дружище. Сейчас мы тебя полечим, не волнуйся. Сейчас полечим. Кто-то там посылает кого-то не очень. Скорпион! Ёшкин кот, ты, блин. Вот это, конечно, прикол! Вот это прикол! Я не успел полечить, но вот это сила. Ничего не скажешь. Да. Скорпион, конечно, совсем просто. Просто беда. Пока я, короче, скуплюсь на базе, потому что чувствую, что я скоро сдохну. О.
Что они уже раскачаны и так, что я не знаю, что мне делать. Как жить вообще, если они такие раскачаны? То есть, три раза убили скорпиона, блин, ну там один раз скорпион, ну в принципе, знаете, вообще два раза виноват сам скорпион. Вот, в принципе, я могу сказать. Вот, один раз там, ладно, там, блин, как бы такая ситуация была спорная. Ну что ты бычишься-то, я не могу понять. Ну побил меня, я вот так сделаю, все, до свидания, МП у меня хватит, блин. Чтобы и тебя гасить, и кого угодно бить. Хватает мне на рекарнацию? Непонятно, шел он в тень. Так, тут надо бить. Блин, такой слабый на самом деле. Не, 55 на 66 плюс 4. В принципе, не слабый, но слабый. В принципе, не слабый, но все равно как бы, да. Не супер. Так, ну есть основное оружие варлока. Да, голем. Мы будем играть в максимум големов. Так, мы делаем. И сносим его. Ну да, ты подерись со мной еще. Угу. Давай. Ну где вот скорб? Где он лазит? Ну это, конечно, жутчайшая ошибка, потому что драться с варлоком под големом, когда ты сам... Ну правда, он за этим 6-го левела, да, но все равно. Это совсем не выход. Пытаться сражаться на таком левеле, это... Это не дело вообще. Так, ну что, пушка пусть забирает голема, там он уже все равно почти пропал. Нормально. Короче, с ТПшки. Ой-ой-ой, вот это нехорошо. У меня нету МП из-за того, что я голема юзал. Не, вот МП появилось. Лечимся. Тысяча денег. Ай, домой бы мне сгонять вообще. Было бы совсем неплохо. Нет, домой не хочу, реально, не буду идти на базу, пусть меня убьют уже. Вот насрать, короче, буду сидеть здесь. У тебя была бы сейчас уже урная, блин, было бы ХП побольше и костыль там уже. Ай, ладно, не, буду сидеть, короче, на базе, идите вы в сраку. Ой, то есть буду сидеть, короче, у пушки, не отдам. Сейчас, в принципе, на одну, на вторую. Ой, что ты делаешь, уйди от меня, демоны. Блин, лечение. Ого, 150, не столько у меня не будет. Ай, ну ладно. Затупил, конечно, то, что надо было уходить. Ну, пофиг. Решил остаться, и поэтому, в принципе-то, и поплатился за то, что решил остаться. За то, что остался, за то и поплатился. Да. Подождите, я же покупал перчатку еще. Что-то я не понял. Странно. Я не покупал второго. Ладно. Где-то я, короче, просчитался. Так, на что держать МП? Ой, то есть на что держать костыль? Ну пока можно, думаю, поставить его. В принципе, на силу, я думаю, пока будет повыгоднее. МП мне и так должно хватать, вообще-то. Атак. Ну правда атака, конечно, это 8 атаки. Блин, ну если что, можно переключить. Да, если что, переключим, короче. Так вот будем действовать. Так, ну что, вот это, конечно, мне совсем не нравится. Пуш здесь. Некий такой, да? Это меня не прет. Надо это, конечно, прекращать все это. Да, кстати, в следующей игре вы тоже можете сыграть, в принципе, поэтому заходите и все будет. Ой-ой-ой, ты шо? Не шутишь, что ли? Серьезный парень. Залетел. Эй,
Голем, 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 алло, ты там где? Големушка. Скор, может, ты застанешь? Спасибо. Блин, я все равно сдох. Ой, ну голема не доконтролил, завтыкал. Ну как так? Блин, как так вышло-то? Нехорошо. Как-то совсем уж. Ты че лупишь? На тебе морду. Давайте подеремся. Ну, не, но я отдать не хочу его. По тауэр, пошли. Пошли, ребята, по тауэр. Нормально, Люцифен, если пол хп потерял, если на него кинуться, то можно убить. На самом-то деле. Ну, на Люцифера почему-то никто не кидается. Вся проблема в этом. Да, вся проблема в том, что на Люцифера-то никто и не идет. Ладно. Хрен с Люцифером. То слишком долго отсутствует. А, ну, супер вообще. Просто замечательно. Ну еще, короче, АФК-шеры. Зашибись. Или-то, не, они у нас. Скажи. Ну тогда нормально, скажи можно. Скажи, пусть будут. Так что у нас в итоге? У нас есть, короче, 18 в силе, блин. Мы очень мощные парни, сильные. Волевые. Ай, влетают мне какие-то херни. Просто, знаете, херни ничего не наносит, поэтому... Ой, там сейчас стану, может полететь. Сейчас думаю, еще может полететь меня. Нет, у нас вылетел тоже лишь. Чем я не знаю, не понял, кто куда вылетел. У меня стало 900 копеек, значит, блин, короче, вылетел наш. Да, нам. 4 на 4 получается, вот, подсказывают. В принципе, играем-то равно. Да, на 4-4, но я не чувствую вообще никого. Вот пришел обсидиан, я чувствую обсидиана, и можно пойти что-то намутить. Или нет? Или мы не пойдем что-то мутить? Не знаю, пока не ясно. Идем мы что-то мутить или не идем? Ой, куда-то я нажал не то. Да, и после этого я сразу умер. Очень, короче, блин, не супер. Потому что, да, просто смерть идет. О, ну это беда. Это, конечно, тра-ля-ля-ля-ля называется дело. Ай, да, еще игру отменили. Совсем, короче, еще не все хорошо. Группу отменяли. Все поотменяли, как так могли, как могли. Даже это не посмотрим, потому что это же какое-то... Что-то совсем не то, что нам нужно. Так. Засовываемся. Очень все время менялись эти сраные птицы, драные. Я не могу понять. Почему птицы летят постоянно в меня? Тап. Ой. Ай, криворукость вообще нереальная, потому что, ну нафиг. Показывать ВП-стримы вам, потому что на это смотреть не на что. Ладно, есть голем. Есть шанс, короче, если они подойдут, садить им голема. Куда бы так подальше, да, и что-то, короче, на этом попробовать сделать, да. Насчет голема там. Раскрутить что-нибудь. Но вообще, на самом деле, вряд ли. Вряд ли мы эту игру затащим. Опять, нет, шутите, да? Че ты в меня-то летишь, блин, постоянно? Я вот не могу понять, почему постоянно я. Почему постоянно в меня летит эта фигня? Так, нам бы надо... Щемит отбить. Че тут все, это же на самом деле конец, это же не, мы не раскачаны, все посливались. Че делать против них непонятно, они очень такие неплохо. Вальяжно себя чувствую, так сказать. Поэтому. На меня накинули дум, ну хоть правда успел лечение кинуть, но мне это вообще не очень поможет, потому что я все равно сдохну. Да, еще один стан и тут до свидания.
Не, фигня. Фигня выходит полная причем. И в следующий пап лучше будем играть без меня. Самому лучшему стримеру? Да, самый лучший стример сейчас позорится, видите, пап. Позорит пап. Блин, позорит просто все, что есть. В этой, блин, жизни. Да. Так, ну, кстати, хотел посмотреть, нужен был мне майкер. Тут все там нормально. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Опа-опа-опа. Вы... Ну, что такое? Так, не, ну тут мы проиграли уже, это точно. Я не знаю, есть смысл считать, что играть. Что явный, блин, такой нереальный прорыв. Заходите на всяка, потому что есть шанс у вас во второй игре поиграть и показать получше игру, чем вот это вот. Чем вот это то, что мы сейчас показываем. Намного получше можете, я думаю, показать игру в любом случае. Да, в этом я практически уверен. На 100 и больше процентов. Что игру вы покажете лучше. Так, ну Дума. А Дума мы-то не убьем, я думаю. Надо побегать от него. А, подходят еще ребята, да, и теперь уж точно меня сбривает. Ну, правда, я помог там обсидиану, всем этим поцикам. Не, это короче, изнасилование. Просто изнасилование. Что ты сделаешь с этим изнасилованием? Да, на самом деле, это так вот дописать, намекнуть своей команде, что это на самом деле все. Не, ну а что ты сейчас делаешь? Я не могу даже выйти, ну как бы это не могу даже нормально выйти и с базы там, не с базы. Ибо, короче, сносят. Ибо сносят. Невозможно, мы не одетые, да, у нас ничего... Ну, кстати, если только воет... Ну, воет он не расфармлится так, как нам нужно, да, поэтому, блин, я тоже на это мало надеюсь, как бы воет там так вот расфармится, что он... Ну, вот это да, это я тут еще выхожу, так прикольно, ребята. С которым пытаются что-то ультой сделать. Ну, ультой на самом деле ничего тут не сделаешь, абсолютно, абсолютно ничего. Да. Бежит Войт. Ставит колбу. Пытаемся мы там как-то помочь Войду. Не, абсолютно мы никак ему не помогаем. Ну и сами еще подыхаем. А, это, конечно, нет, это FF. Как бы все ясно. Ладно, давайте создаю игру. Попробуйте показать лучший результат, чем я. Потому что видите, что это очень все плохо заканчивается. ФП стримы. Так. Все это, видите, как-то совсем не очень хорошо идет. Все как-то не так все как надо выглядит. Так, close 12. Пишем. Так, ну и что? Заходят потихоньку люди. Потихоньку. Кстати, почти уже это почти зашли. Кик 2. Да нету, блин, кик 2. Ну, подождите, пока нету как бы смысла кикать 2, потому что. Что на место 2 никого нету. Че я могу сделать, как бы. Если вместо 2 кто-то был, вместо 2 никого нету. Вот, место номера 2. Никого, к сожалению, нема. Вдруг он нормальный, кстати. Кстати, вдруг он норм. Вдруг он сильный дотер, ребята, шоу начинается. Так. На старт, давайте. Идите, пытается доказать, что он очень, блин, мощный дотер. А вы начинаете прямо. Десятый наш. Ну, пусть прыгает куда там хочет. Если он ваш. М-м-м.
Да, зашли какие-то, короче, разлад, блин, все поливали, и это плохо. Это не очень хорошо. Админов сюда. Все, чек требует все админов. Все говорит, админа подавай, админов. Да. Ну, кстати, админов не такой большой скилл. Играли там, админы с радио были, были такие дела на Асикапе. На Асикап ТВ с радио играли админы, и не с радио, собственно говоря. Ну, ничего такого там не было. Ничего такого. Такого, раз такого. Я там не видел. Так, ну что такое? Почему какая-то фигня послучалась? Не знаю, может человеку спец ПТ сделать clear stats хотя бы, потому что, по-моему, стало бы получше. Вот, стало бы... Стрим упал. Он не упал, он работает. Взяли, что он упал. Никто никуда не упал. Норм, все пашет. Ой-ой. Вот, так, стартуем. Сейчас еще, ребята, я включу на секунду. На секунду заставочку, там, надеюсь, все без меня пропустят, пропишут. Сейчас мне надо зайти. Зайти в одну. В одно место. Страшное, ужасное. И поглядеть кое-что. Так, сейчас, ребята. Пока там пикают все дела. Так, 8. Да, да, все, я зашел туда, куда надо. Отлично, отлично. Норм стрим. Ну, стрим-то норм, но, как-то видите, не очень сегодня людей много. А, ой, что такое? Старт. Все, сейчас. Я думаю, вы начали, а что вы хотели там? АП, конечно, играем. Никаких... Не надо цену, вы что? Человек с 500 КПТС... Понимаете, заменить СМ, он просто сразу, он это будет шок в жизни. Нельзя людей так сразу, как бы вот, ну, СМ, да, там, говорить, играть давай. Он не готов к таким серьезным, как бы, событиям, как СМ. П, З. Вот. Дело в том, что, смотрите, ну, это просто будет шок для человека. Вот видите, вот, ну, это хорошо, как бы вам объяснить, да, вот вы всю жизнь, да, там, сказать. Мы всю жизнь катались там, допустим, на лыжах, да, блин, вот. Подходите к человеку, да, там, который раздает лыжи, а он говорит, блин, парень, а ты знаешь, что такое там лыжи ЦМ, да? И ты там такой, да, что это такое? Это, короче, сноуборд, блин. И ты все, паника у тебя в жизни, ты никогда вообще сноуборда не видел. Говорит, ты, говорит, знаешь, прикинь, можешь кататься на одной лыжи, короче. Говорит, ладно, что, в натуре, что ли? Ты просто все, у тебя шок, ты вообще не понимаешь, что происходит в твоей жизни, да? Ну или, допустим, знаешь, первобытному человеку сказать, блин, ты прикинь, есть такая фигня, типа телефона, ты можешь на расстоянии разговаривать с людьми. То есть, ну все, человек, понимаешь, сразу все потеряно, понимаете? Жизнь зря прожита, и ты понимаешь вообще, что тебе делать. Ладно, что тут напикали? Мирану, Феникса, ой, Рикимару. Так, Разорчик. Гандаридзе и Риксарчик. Кстати, получается неплохо. Вообще, ну, Гондора сразу, конечно, тут взяли под Рикимару. Других вариантов как бы тут нет. Для чего взять Гондора? Для чего берут Гондора? Да, чтобы гасить Рикимару. Причем гасить его, знаете, беспощадно. В принципе, только для этого и берут Гондора. Чтобы бить несчастного, маленького чертенка Рикимару. Просто нагло его избивать. Что это здесь? Суринг. Ого. Ну, рецепт на Суринг, не знаю, Свен, а как бы, что Свен на Суринг вообще? Ну, а, типа, станы, это, ну, я не знаю.
Warcry, по-моему, стоит не так уж там и дорого по МП. Хотя я, может быть, ошибаюсь. Ну, в принципе... В принципе, не знаю. Не знаю. Возможно, для станов каких-то. Фантом Лансер. Фантом Лансер. Вот Фантом Лансер уже это интересная история. Потому что, ну, правда, беда в том, что Фантом Лансер будет бежать толпой, да, ну, как бы, за людьми, с этими делами. И после попадания стана Свена будет понятно, где кто, понимаете, в чем дело. Ой, и Пуджа. Ну, Пуджа, вот это опасно, конечно, брать Пуджа. На Пудже езжает Асикап Скрим. Ну, блин, конечно, он хочет, знаешь, показать, что, типа, админы нормально играют. И даже за таких сложных героев, как Пуш, там, за всяких таких очень крутых чаров. Ну, блин, это не верьте админам, они не очень круто играют. Вот, и даже такими, как Пудж, и, в общем, кем бы они ни играли, ну, это очень тяжело. Играть нормально Пуджом. Ну, хотя, знаете, против... Хотя вот если Разора затянет он, то... О, хочу показать, какой я рак. А, ну тогда, конечно, тогда ты по адресу, парень, пришел. Тогда это... Тогда ты именно вот попал туда, куда тебе надо, как раз. Ну, знаешь, что не очень человек много смотрит, поэтому, в принципе, твой рак будет смотреть не очень много людей. Вот, но я думаю, онкологи тебе привет уже передавать будут все равно. Ладно, посмотрим, что делать будет Пудж. Купил он не очень много. Кстати, эти две флазочки лучше бы купил бы кольцо регена примерно, да? Потому что кольцо регена пополезнее, чем флазочки. Потому что флазочки заюзывают все, а кольцо регена все равно потом нужно будет еще. Вот такие вот дела. Мирана с Феникса против Веника и Фантома. О, ну хотя под Фантома взяли бы, кстати, вот, то есть из Алора, да, под Фантома. Было бы неплохо, да, мне бы понравилось. Была бы такая у нас связка, завязка, которая колбасила бы там серьезно. Хотя, знаете, страта такая, вроде, знаете, дебильная, да, Фантом, копим, ну, он попадает. И он долбит, кстати, как бы это глупо не звучало, но Фантом под с Изолором долбят копиями нормально. Главное, конечно, прессовать, потому что Фантом был очень такой прессовитый парень. И прессовал, ну, реально с третьего левела уже начинал. То есть, как бы, больно, больно въезжал копиями просто реально по КД. Если по КД будет въезжать, то в крайнем случае он или забьет человека, ну, забьет героя по Таур, или, ну, или как бы будут интересные ситуации очень. Будут интересные, как бы, такие заметочки, ситуации, интерес. Сейчас очень прикольная фигня, то, что стоит Рексар и профтыкает свой дабл дэмэдж. Хотя дальше они уже не уйдут, выходит Рексар, не выходит. Да выходи ты, что ты... Я не понимаю этого ганга. Рексар ждал, он ждал. Чего ты ждал? Они стояли тут за тауром. Пошли топоры, которые мимо всего пролетели. Топоры мимо всего и Феникса, который легче всего может улететь. Блин, ребята, вы что делаете? Чуть Рексар еще не сдох. Все, Рексар, иди на мид. Все, иди никуда вообще не выходи сегодня. Просто это опасно, у тебя сегодня не твой день. Все, иди спрячься, чтобы тебя глаза мои не видели. Потому что это вообще невозможно. Выйти из кустов, промахнуться топор... Нет, знаете, один раз попал, да, там, не два раза теперь. Но ноль зацепить и еще и Феникса стрелять, который легче всего свалить. Там вообще надо было под пушкой их цеплять Мирану, чтобы та липнулась. Подошли, там дали стан, что-то такое делать. Ну вообще, кстати, проблематично было бы гангануть в самом-то деле. Ну ибо, ну это, конечно, замедляет копье, ну мало. Надо бы, чтобы подошел Веник, дал по Миране замедление. Потом поехали топоры, там лип, потом копье за липом, да, летит. Что-то так вот должно было быть. Но выглядело все дебильно. Вышел Рексар, провтыкал все вообще, понимаешь, все провтыкал. Что можно провтыкать, что нельзя провтыкать. Все завтыкал и нормально, короче. Вот это называется ганг. Это, блин, такой ганг, что я вообще не знаю. Это, знаете, что похоже? Человек вот минировал минное поле, да, минер, да, допустим. И когда... Ну, вылазил уже с поля, на своей мини подорвался. Примерно то же самое. First Blood, так что произошел? Уго, притянул кого-то Пуджара. И нормально, отклепали Гондора. Сейчас, может быть, там притягивает еще и Разора. Да, блин, нормально Пудж делает все. Убивает Разора. Дабл килл! И Пудж, короче, раздал. Пудж раздал, сейчас есть деньги. Ну, че ты... Че ты взял... Что это такое? Чё ты это купил-то? О, бог ты мой, зачем ты купил эту фигню? Ну, купи бы Ring of Health, тебе рентген ХП нужен, ты взял эту хероту на 250 энерджи. Зачем тебе мана? Зачем? 250 маны, ты что с ней будешь делать?
Ну это бред. Тебе нужно хп, чтобы сжечь рул, там тебе нужно Ring of Health надо было брать. Еще бы там скинуть свои, не знаю, деревья, купить Ring of Health и Regeneration 2. Чтобы тебе было хотя бы там, хотя бы 8 хп в секунду реген. Нахрена ты взял это? Ай, ладно, короче. Теперь бучер, смотрите, шоу бучер получается. ХП у него не регенится. Да, и он вот это тычется. Но у него зато есть маны на 250 больше. И это, конечно, решает вопросы. Все, да, есть маны больше на 250. Только да, это, конечно, да. Все, ну, вообще вопросов никаких нету. Больше к пуджу вопросов я не имею. Да, то что это, конечно, страшно. Взять вот это вот так вот за, так вот, за это. Так, за это. Ну, кстати, убил опять убил Разора. Ну, лучше бы ты купил. Ну, погоди, купи. У тебя сколько денег? 600 копеек. Возьми две Ring of Regeneration. Выйдет больше, чем, кстати, Ring of Health, на самом деле. По регену. Поэтому иди, бери две. Говорите, мне, пожалуйста, две. Положите, да, все, взял там, принес. Купил, короче. Все отлично станет. Будет хп реген. Этому, у этого хотя бы Soul Ring есть. Soul Ring хоть немного регени, да, там не сильно. Три тоже, три. Но регени, да. Вообще без регена стать очень тяжело. Очень тяжело стать без регена. Это могут только нормальные игроки стать. Я не могу, допустим, без регена стать на лайне. Очень тяжко. Вот так как фантом не могу стать. Потому что, ну, на самом деле, стрёмно. Очень стрёмно стать. Что я сейчас на коцу, да, он будет бегать, сосать пальцы, да, там, не знаю. Обсосать кору дуба, чтобы полечиться. Вставлять себе огурцы Попова в задницу. Чувствовать силу земли, да, чтобы хоть немного себе восстановить. Свои хп, он сейчас нападает. Очень мало у Свена хп. Притягивает крипа. Жаль, что крипа. Ну, Бразора убили бы. Да, и приходит, что приходит? Приходит аркана... Твой? Это что вообще? Прилетает аркана Бутс. У него... Не, ну купи фласочку. Да, типа, я фласочка сейчас я залечу. И Бутс чувствует отлично, да. Супер. Супер просто. Ну, чтобы ты купил... Ну, ладно, аркана Бутс, хорошо. Хорошо, пусть аркана Бутс, значит, типа, я должен просто сейчас узревать мега... Просто мега хуки каждые 5 секунд, потому что, извиняй, ты купил Аркана Буст. У тебя МП херова гора. Да, все. Как бы, давай. Взял и дал. Да, пока еще Рикимару, кстати, не очень себя хорошо чувствует. Рикимару и 7 левел, да, уже нормально, нормально. Нормально, все. Что за тролль уже? Ну нормально, закритиковали, так будем это называть. Ой, вот Пуджара, притягивает, жри эту псину, сожрал одну, вторую, давай, да срать, бей их всех. Не, ну, кстати, Бучер, в принципе, тянет нормально, я ничего не могу сказать, знаете, вот насчет тянет, он тянет нормально. Он из всех хуков там промахнулся два где-то, да, из которых он там пять попал, да. То есть, в принципе, я ничего не могу сказать. Да, он как бы говорит, что, в принципе, я правильно все купил, потому что МП мне очень надо, но сейчас 250 МП, а сколько сапог дает? А сапог дает 250 МП. Поэтому у тебя было все равно сейчас 0. Так что все равно ты херню купил. Вот так вот я скажу. Вот, ладно. 600 ПТС не тащит. А че 600 ПТС не тащит? А кто, кстати, на ком 600 ПТС играет? 600 ПТС играет на ком 600 ПТС? Напишите, на ком играет 600 ПТС. Мне интересно стало. На ком герой, пожалуйста. Ну, отпишите, на ком играет 600 ПТС. Разор. Не, ну ты его тащишь, слышишь? Что там не играет? Меня бы тоже так тащили, ну как бы, вот сейчас, вот видите, он где стоит? Где стоит Разор? Вот тут стоял бы Пудж, он бы его притащил. То есть, ну это тяжело на самом деле, тактика против Пуджа, где надо стоять. Пошел Риксар, Пуджа, топоры, сзади Разор, что ты, иди бей, убивай, почти Пудж. Пудж, 13 хп, 14, 15, регейтся, дает хук. Бежит Разор на хосте, Риксар не решается прыгать, уходит Пуджара, 15 хп он там ушел, уже 30, ну там было 15, ну 13 даже, ну как, вот так ушел Пудж, мега китайская засада и из этих змей, просто нападают на людей как кобры, понимаете, что делать, непонятно, вы бежите по лесу, понимаете, бежите по дороге, на вас нападают змеи, опасные, ужасные, страшные змеи, вот. Чё с этим вообще делать, ребята? Я вот не знаю, что делать со змеями. Вот. То есть, страшнейшие змеи нападают. Я вот даже очень-очень боюсь вообще этого змея. Змеи, вот вы боитесь змей, да? Я, допустим, боюсь змей. Вот. И Риксар, короче, ой, какая туча от Рикимару! Аплодисменты в студию! Вот это то, что он, это тот Рикимар, который... Он кидает тучу на, блин, на хайграунд.
Ну, как бы, знаете, вдруг там, если что, чтобы были промахи. Нормально, все. Опять! Забрали! Ну, Пуджа хоть убили! Хотя бы так. Давай, хотя бы вот это вот сделать. Я бы размен один в один. Но разор, конечно, плохо. Разор надо валить с этого прохода. Вали. Хотя вот сюда я тоже не приходил разором. Разору можно прийти... Ну, разору, знаете, что разору можно взять... То есть, взять, да, вот... взять на себя роль курицы, да. Купить себе сапог и носить пацанам итемы. Тоже, в принципе, тоже вариант такой. Ну, играбельный для этого. Для такого разора, который слился уже 5000 раз. А сколько там у него смертей? Сколько? 1-5. Ну, это вообще, это жопа. Это реальная такая огромная небритая задница. Потому что, что как бы сделать, я не понимаю. Беспалено идет Риксар. Хотят они зажать. Опять хотят зажать еще под пушкой. Ребята, вы понимаете, что Мирана разворачивается, липается и все. Феникс вообще уходит сразу. Вот у вас нету столько стана, чтобы, знаете, столько дизейбла стана, чтобы его там не дать ему улететь. То есть как бы Апонту лезть, что ты тут стоишь в засаде. Засадили уже одного. Второй в засаде. Ой, Веник бежит. Риксар типа сейчас встретит. А Риксар сразу говорит, ребята, я вообще с вами не знаком. И отходит, не знаю, что делать. И все-таки я отхожу. Да, решает все-таки валить. Решает валить, а сейчас, кстати, может быть хук. Хук может быть. Нет, хук не может быть. А почему не кинул? Там он по прямой бежал, Риксар. Может бы попасть. Но дело в том, что Риксар вообще просто дал парень. Стоял тут. Как бы начали своих убивать. Побежал Вене, говорит, Риксар, пожалуйста, скажи, что я с тобой. Чтоб они меня так больно не били. Риксар такой, ничего не знаю. И так вот хоп, и все. И домой. Боком, и ушел. Отличная стратегия. Подставь друзей. Убеги сам, это супер, это то, что надо. Это то, что требует вообще народ, все круто. Так делать в нашей жизни, конечно же, надо так делать. Да, потому что это очень помогает. Тем временем Гандар. Что Гандар у нас? Гандара, Базивал, Гандара, Сапог. У Гандара полный набор всякой фигни. Да, Гандару дали стан. Свенчик, пошло тут. Разорчик, Свенчик, Гандар, все дела. Так, по миду, Фантом Лазер. Вот Фантом Лазер, знаете, Фантом Лазер, по-моему, не очень много раз подыхал, у него еще есть шансы какие-то. Шансы, да, что-то показать в этой эре. Есть какие-то шансы, что-то такое показать. Фуфе! Че фуфе, нормально играет, скажи. Да, все админы такие сильные. Да не все сильные. Ну, я бы сказал, что Пуджу просто, наверное, повезло. Так мы скажем вообще. Вот, просто повезло. Да, я чувствую, если игра закончится быстро, то мы, в принципе, счетную игру сыграем. Вот, так вот, боже. Я так вот заявление такое на себя беру, потому что мы видим, что игра, в принципе, очень быстро идет к концу. Вот. Если наберется быстро народ на третью, да, игру, то мы сыграем третью игру. Так, ну что, вот сейчас... Ой, какой хучара! Давай, до свидания, Веномансер! Мы машем тебе рукой. Давай, дружище. Беги. На край земли. Ребят, вы не знаете, 1200 рублей, это сколько? Ой, 1700 рублей российских. Сколько это в гривнах? А? Не? Подскажите, пожалуйста, кто там может посчитать, зайдите там на Рамблер, валютном калькуляторе, там есть херень. Мне просто сейчас надо узнать, мне спросили тут. Это мало. Это мало. Я подозреваю, что это, конечно, там не 1000 гривен, да, реально, если 1700 рублей, потому что это в гривнах, это не прям не какая-то баснословная сумма. Ну, сколько это, 1700 рублей? Ну, это гривен 300, да, наверное, 350. Что-то около этого. Ну, в принципе, что мало, нормально. Нормально, может, что купить. Что? Это 40 евро. А, отлично, вообще. Так понятно? Я хочу гривны 40 евро. Окей. Сколько евро сейчас стоит? Что-то около 10 гривен. Что-то 200 с чем-то? 300? Нет, подождите, 200. Да, получается 200. Нет, 200 что-то это мало. А, нет, что 200? 400, что ли? Ну, что, 400 это что-то много. Хотя, нет, что много. А, ну, может быть, да. Да, ну что тогда около 500, чего-то начинать и мало. Тогда это совсем даже и не мало. Чего мало, нормально.
На это можно купить себе... Можно купить себе. Не, на самом деле, что? Ну, для тех, кто гуляет, да, любит пробухивать деньги, в принципе, это два таких... Ну, я не знаю, в клубы как бы не хожу. Ну, сколько это? Нет, ну, наверное, такой один хороший такой поход в какой-нибудь клуб, я думаю. Нормальный, да, какой-нибудь нормальный клуб, нормальный поход. Тем временем, кстати, очень хорошо идет на кладбище сейчас Феникс, да. Помогаем ему уйти в мир иной, он уходит. Вот, я рак. А, возможно, возможно. Ну, не знаю, кстати, рагы, раки, крабы, да, может, как бы ламар, да, там. Ой, то есть это... Нет, ламар, какой ламар? Как он называется? Ну, это хрень так... Да, ламар, по-моему, называют или нет? Он такая тоже жрут. Да. Ламар, по-моему, нет, или не ламар. Ты, короче, путаешься, знаете, такие тоже, типа, краб, только здоровый. Вот это, кстати, бегает. Чудо. Чего? Амар, да, вот. Амар, я думал, что ты амар, слушай, я не знаю, просто. Ну, мак как-то по престижу, знаете, краб, там, рак не очень круто. А вот амар это то, что надо вообще, по-моему. Амар стоит подороже, как бы, да, потому что... опять туча, конечно, такая, что... Не, в принципе, туча правильно, да, ничего не могу сказать. Что, рейдера не надо? Рейзера не надо. Какого рейзера? Не понятно, что рейзера надо. У меня мышка рейзера, если про это спрашиваете. Рейзер Абисус и коврик Галяпхус. Как это читается странно. В общем, коврик стоил 150 гривен, мышка 400. Это, походу, уходит, кстати, самая дешевая мышка буржуй. Не, ну, кстати, я копился деньги на как бы покупку, да? Решил себе купить так вот. Ой, разорище! Ты что делаешь, блин, опять? Ну, разор, знаешь, блядь, только пуш. Вот, ну как буржу, ну приздат. Коврик выходит как бы дороговато, признаете, как бы 150 гривен, блин, потратил. Но он большой, кстати, есть типа варианты там за 120, которые поменьше. Это... Я, блин, даже можно было и меньше брать, потому что этот коврик по нему по всему не езжу, да, это что-то даже, я думал, маленький, знаете, будет. Вот, ну, есть смысл, не знаю, просто если я так подумал, я, кстати, посмотрел, если нет смысла, допустим, брать нормальную мышку, да, там, SteelSeries или Razer и покупать говноковер. Это просто, это бред. В те время бредово очень убивает, сейчас... Пуджа, давай, включай, Свену льту, ломай, все, что есть. Оси одного, второго, нет, дабл килл. Ой, хорошо, Свен нарезал, отлично. Дается еще стан. И Веник, иди сюда. Иди сюда, Веник. Не-не-не, Веник, а вот зря сейчас он бежит, кстати, потому что он может по голове-то въехать ему. Подходит Разор, походу, в качку атаки не качал. Да, а он не 7-й левел, что он там может прокачать вообще. Вот, дело в том, что смотрите. Не, ну я, кстати, думал, когда перед покупкой, как бы, стоило 400 гривен SteelSeries Kinzu, и 400 гривен стоило... Ну. Веник, ну, помогай ему. Давай, Разор, убей хоть одного кого-то. Разор, дорогой, да что ты такой какой-то? Еще тут подбегает Рикимару. Рикимару убьет Разора, но Разор не убивает. Убивает Свена и сам подыхает. Дабл килл. Да, вот. Как бы покупал, ну, как бы, знаете, SteelSeries Kinzu. Ничего не понравилось, потому что, как бы, есть SteelSeries Ксай, в котором лагает сенсор. Я даже видел видео в Ютубе, где сенсор лагает. То есть, именно он вырубается просто. Вот. То есть, мне это не понравилось. Совсем как-то не понравилось, блин. Как бы хотел за 400... Ну, там как бы, типа, говорят, вот Ксай, мышка, типа, ой, Ксай, типа, пользовался там год. Вот. Я хочу мышку чуть больше, чем на год, по-любому, да, за 400 гривен хотел иметь. Вот. Ну, там не Ксай хотел брать, ну, Kinzu, но так как они выглядят одинаково, то, в принципе, ну, как бы, сенсоры, понимаешь, там разные. Но все равно, Kinzu я тоже слышал, что там, мол, такие фишки всякие с ней не очень приятные происходят. Вот. Ну, возможно, сейчас уже, которые новые Kinzu пошли, которые уже, кстати, стоят на 100 гривен дешевле, 299, короче. Ну, тоже там в зоне 51, там, кстати, в Good Game, по магазине тоже. Ну, зона 51 тем, кто в Украину доставляет, да? Вот, Good Game, я думаю, магазин подойдет тем, кто в, тем, кому в Россию надо посылать. Но, во-первых, я еще тоже подумал, помнишь, у Good Game у них был спонсор SteelSeries, да? А потом они перешли на Razer. И как бы я тоже хотел сейчас SteelSeries брать, думаю, ну, знаете, типа... Ну, знаете, как дешевая подача рекламе, типа, ну, там, у Гудгейма SteelSeries, тоже хочу SteelSeries. Вот. Ну, а потом, как бы, посмотрел, что они поменяли на Razer, да, я думаю, ну, тогда все уже, короче, точно буду брать Razer. Взял Razer, в принципе. Ну, я думаю, SteelSeries тоже,
Неплохой вариант брать SteelSeries Kinzu за 300 гривен и коврик там за 120, в принципе. Понимаешь, сейчас есть такие прикольненькие красненькие, только черные красненькие, такие Kinzu неплохие. Притянули, ай, Фантома, Фантома, жри, Фантом уходит в инвиз. Мало хп у Феникса, Феникс может ли убежать или нет, непонятно. Феникс юзает ульту, все назад, потому что вас и порешает. Притяни, ой, сразу сдох Рексар. Вот это хуки, нормально, кстати, хучит. Хучит нормально, но знаете, как бы не знаю. Ну, сейчас, конечно, немного будет обсер админа, да, хочет он нормально, или просто его соперники не очень крутые. Да, или тим одно, и сразу подсказывает, как бы непонятно, да, в чем проблема, в чем успех Пуджа, да, то есть, а если будет нормальная тима, то а что будет делаться? То есть, может быть, Пудж вообще никуда не будет попадать. Послушаем меньше мнение эксперта, да, вот, собственно говоря, мы слушаем мнение эксперта, что, возможно, просто команда лохи, да, и... О, вся Вало. О, ну это, конечно. А, ну это Друган мой пишет. Ну смотри, я тебе тоже могу въехать. Легко могу впаять мут и снимать тебе, не буду его. Вот такие вот дела. Поэтому не надо там вот это рассказывать мне, пожалуйста. Я ж могу тоже не со зла шуточку тебе на 15 дней впихнуть и нормально. Ну, будет всем смешно и весело. Смотрите, опять, ну тянет Пуджара всех подряд. Ну смотри, что такое у него хука вот самонаводящийся. Ой-ой-ой, Фантома влетает, Фантом подыхает. О, тем более у тебя очень легко пишется ник. Вот, поэтому очень круто. За тебе, может быть, да, знаете даже кто? Кстати, Сикап Скрим-то, он, кстати, по ладер админу, то он может раздавать муты. А он раздаст, никто снимать после не будет. Вот, он-то раздаст легко. Он точно знает, сколько давать, за сколько там, за какие, короче, заслуги надо давать. Еще игра будет? Я думаю, да. Да, да, это скорее всего будет. Ну, то сколько осталось? Ну, минут, я не знаю, ну, пять еще, может. Нет, ну, знаете, я не скажу, что Розор плохо играет. Ну, просто Розор, ну, как-то не повезло. Стоял против Пуджа, да? Который утянул. Ну, ребята, 5 киллов, тут уже что сделать? Ничего не сделаешь 5 киллами. Ой, 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 Пуджара, залез! Залез, дружище, ты факуют, а не в ту дверь. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему, в этом я не знаю, не стоит на Розора сильно налегать, из-за того, что ПТС, просто его посливали. Там не особо он был виноват. Ну, не знаю, ну, просто как против Пуджа играть. Что на него напали? Вот. Стыдно такие вопросы задавать. Какие? А. Ну, вообще, коврик, я без него нормально. И мышка... Нет, я понимаю, да, конечно, можно. Я не говорю, что, блин, обязательно же быть геймерские девайсы, да, чтобы там показывать какой-то огромный скилл. Но, как сказать, не то, что легче, да, допустим, с геймерскими играть. Вот, ну, Миран добивать. Вот, не то, что легче. Но на самом деле, блин, просто оно... ну, как сказать, мышка очень плавно... Потому что до этого у меня тоже был шлак, заляпанный коврик говном, чаем и всякими другими, в общем, продуктами жизнедеятельности человека. Вот, как бы... И когда я, допустим, поменял, да, коврик и мышку, то, ну, намного... Ну, не то, что, знаете... Как бы я стал играть там лучше, или микрить стало проще. Где-то же стало просто удобней. Вот реально, вот удобней, знаете. Не то, что ты там стал проигроком, если купил девайс. Но просто стал намного удобнее, намного комфортнее играть. Вот, попроще какие-то вещи делать. Я понимаю, что скилл, конечно, оно тебе не добавит. Но удобство оно тебе добавит. Что мышка скользит лучше там. Все эти вещи как бы поудобнее, да. Поэтому как бы... Такие дела. Как бы есть... Я не говорю, что надо покупать... Блин, даже не обязательно брать сильно дорогие мышки с лазерными этими... Как его? Оптикой, да? Вот, оптические. То есть лазерные. Можно взять оптические. Razer у меня оптическая. Мне хватает, в принципе, очень-очень хватает. И никаких проблем у меня как бы особо с ней нету. То есть, ну, как бы Abyss, она такая мышка не очень для всех, потому что здесь ни одной дополнительной клавиши нема, да? То есть... Колесико, две клавиши, все. Вот. То есть, Logitech. Вот Logitech, фирма Logitech мне не нравится. Не знаю, взял беспроводную мышку Logitech, полный шлак, потому что там, вот там сенсор реально лагает. Он завтыкивает, короче. Я не знаю, может мне какая-то бракованная попалась. Ой, Разоров долбили. Ай, долбили Разора. И нормально, еще топоры туда поехали. Рикимару, давай. Ну, летит Феникс, делает интересные вещи. Хук мимо. Феникс, сейчас упадет ульту, давай, на, поехал, гаси, начинает бить Пуджа не так много хп, включает Феникс,
Реген, давай, давай, чё тучка, гаси, гаси их всех, давай, бей, бей их. Включается, включается ульта. И все, и выжигается все лазером. Вот, не знаю. Вот как-то Logitech, короче, у меня набор, понимаете, была мышка и клавиатура Logitech. Но мышка там была просто, это стрём. Ой-ой, тьфу, вообще сразу бил. Мышка была стрёмная, потому что она 1000-амперные аккумуляторы, батарейки. Разряжала за неделю. Во-первых, она была оптическая, она вся горела, и она не выключалась вообще. Все, не было выключения. Это просто, это я не знаю, как с ней жить можно было. Она не выключалась. Вот. Потом я стал клаву, да, купил другую мышку Logitech. А та лагала. Вот. И после этого, как бы, я не знаю, может мне два раза попадать с нормальным... Выходите, если хотите, чтобы скажи, доказали, два человека выходят, скажи, я выхожу тоже. Вот, то есть, и получается такая фигня, что, как бы, лагала... То есть, лагала одна мышка, ну, одна горела, блин, дебильная, ну, в общем-то, неюзабельная вообще модель, вот была. Вторая лагала, и после этого, как бы, блин, все. А, не, купил еще эти наушники, лагеря, который микрофон оказался, это вообще, это такой говняный микрофон. Я даже не понимаю, что это такое вообще. То есть, после этого я сказал, что больше фирмы Logitech я покупать никогда в жизни не буду. Пошла она в жопу, короче. Не знаю, может, она и хорошая, ну, может, тебе подаст только говняные их продукты, но я не хочу больше вообще их покупать. Не надо рушить, ну, не надо рушить, будет какой-нибудь ЕУ. Чего вы ноете? Сейчас я пропингуюсь, посмотрю, что у меня там вообще творится, и ЕУ будет. Вот. Так, ну, давайте, скажи, выходите. Ну, а чего вы тут играете? Быстрее сейчас новую игру начнем. Ну, врывается пуджар, начинает тянуть, пролетает феникс, да, разор влетает, говорит, я тащил вообще эту игру, и сразу вздыхает. Просто... А разор, как вы знаете, он зашел, вот, трипл килл, давай ультру, ультракилла не будет, пошел вынос, минус все, что вообще есть, и будет по-любому сейчас минус таур, естественно, минус таур, минус бараки, и залагал парень. И парень залагал. Рай-ра-та-ра-тай. Да, вообще плохо, что... Сейчас, кстати, будет еще одна игра, потом ждите. Заходите на Секап, вот у вас есть шанс поиграть. Что-то какие-то паника там на Секап ТВ началась. Кстати, не знаю, те, кто хочет... Че, кто-то знает, да, что на Секап ТВ сейчас это реформа. Вот поэтому, если вы стример, и хотите постримить Доту, ну, это, конечно, только если вы нормальный стример. Ну, хотя бы, ну, более-менее. Вот, то можете, кстати, пойти на Секап ТВ. Вот. Я вот так вот вам говорю просто. Просто, в принципе, реальный шанс попасть, да, туда. Вот, попасть, даже если вы не очень скилловый комментатор, и опыта комментирования у вас нет. Ну, не очень много, так это будем называть. Вот, можно. Ты на Секапе, я стримлю, я не главный, но сейчас можно туда въехать. Уже стало начальство недовольно быть теми, кто там валандается. Если вы, ну, сейчас затем так расскажу секрет, если представитесь как... Очень хороший стример, ну не очень хороший стример, а такой, что говорит, я там скажу, я хочу, я, говорит, ночи не сплю, стримить мечтаю, вот, я, говорит, спать не могу, есть не могу, только о стримах целыми днями и думаю, вот, тогда все будет отлично. Да, то есть тогда вот, ну все, мы выходим, потому что там уже все понятно. Вот, тогда есть шанс, что, в принципе, вас возьмут. Вот. Ну, там, как бы, как там берут на Секап? Вам дают, как бы, короче, делайте свой канал, стримите в фан-стримах, то есть, пишите тему. Ну, там, понятно, в фан-стримах будет вас, там, 10 человек на стриме, там, 12, там, 13, может, 16. Неважно, сколько оно будет. Важно, что вы будете стримить. Вот, потому что, я, как бы, так скажу всем, никто, блин... прирожденным прям стримером рождаться, наверное, все-таки не может. Ну, может быть, очень мало народу с первого раза нормально отведут эфир. То есть, ну, это очень-очень мало вероятно. Надо, кстати, бота поменять, как раз хорошо, что не создалось. Поэтому не стоит... Так, давай сейчас пинганем там. Так. Да, меня устраивает ЕУ. Вот. Вот, поэтому, как бы, если вы хотите, пишите заявку. Ну, только вот не надо спрашивать, где писать заявку. Заходите в Секап ТВ, там есть Секап Мейнстрим, там есть вакансии. И заходишь и пишешь там, что я такой Вася Пупкин, да, там. Или там,
Меня зовут, если вы девушка, меня зовут там Петунья, да, я хочу, блин, стримить у вас на Сикапе. Вот, я так хочу, что я не знаю даже, что я хочу. Но я говорю, очень хочу стримить у вас. Вот. Ни у кого больше не хочу стримить, а именно вот у вас очень хочу стримить. Вот. Ну и как бы там они думать будут там. Пишите вот, настраивайте весь этот, там, все программы. Так. Стрим ГГ. Так. Мать. Я создам сегодня. Цехо. Дота. Реф. Стрим. Тихо. Стрим. ГГ 2. Да что? Как? Этого просто быть не может. C-хост. Это бот не работает. Нет, гейм. Бота сменил. Дотреф. Стрим. ГГ. 5. 4. Нет, оно... Просто меня это бесит. Я писал анхост, писал. Не знаю, мне кажется, это за бота. Давайте... Какого я там вижу? Ру. И ру не подойдет вам. Ру 4 давайте. Так, бот. Ру 4. Его видите, что-то мне не создает на его игру. Я согласен играть. Так. Хост. Дота. Реф. СТ. Вот, на ру 4 создала. У меня там 86 МС, значит, у вас там должно быть нормально, наверное, МС. Так, лоуз 12. Так. Так, скрима мы поставим на первый слот. Вот так вот. Так. Все, готовы. Старт. Не, доиграть, но сегодня уже показал вам скин. Ну, ребят, ну что там такого будет? Мод ЗМ, да будет ЗМ. А какая вам разница-то? Что вам ЗМ-то? Обычно игроки ЗМ-то не видят. Чуть-чуть. И ЗМ-то будет, а ладно, мне не жалко. ЗМ, пожалуйста, пишите в чат какие-то комментарии, какие-то вы хотите что-то написать, там, я не знаю, есть какие-то пожелания. Какие-то игры бешеные вообще, ладно, закрываем. Так. Так, тут работает на печатной машинке, я так понимаю. А, не, нормально все. РД? Да нет, да, РД ждать. Давайте еще по-быстрому. Так, скрим, наверное, может, не увидишь, я его переделал. Вон. Что похеру? Гоя. Нет, алпик. Ну нет, кстати, может, в следующий раз можно сыграть АР, да? Ты знаешь, такой по приколу именно сыграть АР. Вот, можно попробовать. Поиграть АР. Я, в принципе, не против АРа. Но дед там же, конечно, АР это, АР это может быть, знаете, не неожиданная имба такая, знаете, получится. То, что, ну, может попасться, да, там одной команде лохи, другой команде вообще... О, опять Пуджара. Опять, да, скрим взял Пуджару. А, не, другой взял Пуджару. Решил другой показать, что он тоже умеет Пуджом кататься, да, катать Пуджом. И тут гуля. Гуля, иди в поля. Тролли его. Сейчас, подождите. Знаете, нет, просто попусту троллить нельзя. Надо дело. Подождать, пока станет вот, как бы вот, что там такого произойдет. Меня затроллил теперь его. Сейчас вот это еще буду троллить тело, потому что инвокер, конечно, это опасно вообще пикать инвокером. Я не знаю, насколько это целесообразно взять его здесь. Сейчас увидим, что там пуш против кого еще взялся. Но опять закупка, конечно, тут. Это перчатка. А чем? Зачем перчатка? Может через урну? Через урну мне не нравится, когда собирается пуш через урну. Потому что всегда это такое...
такое получается, потому что одну игру я видел. Там, когда Пуш собрал урну, извиняйте, по-моему, на 20-й минуте у него больше ни хрена, кроме урны, не было. Вот, и у него в игре, знаете, у него сначала было 4 ветки, да? 4 ветки и перчатка. Потом осталось 2 перчатки, одна ветка. Потом с обмазкой нету веток. То есть, знаете, у него шмот как бы со временем не увеличивался, а, по-моему, уменьшался вообще. То есть, получается бред. Ой, что, гео взяли, что ли? Да ладно. Не может быть. Кто взял геомансера? Кто это рискнул? О-о-о, геомансер. Что тут у нас? Хартресочка. А вот я тупо не очень понимаю, зачем ты берешь 6 деревьев, когда ты мог с нуля собрать хартреску целую. И все. И у тебя нет проблем. Ты берешь хартресочку, ты даешь, во-первых, реген своему воину на проходе, и тебе не нужны эти 6 веток. Ты нормально выживаешь. У тебя поначалу очень много хп, эти 3 хп реген хватит по голову. Вот. То есть Апонту вот это вот мутить вот такую фишку, типа я сейчас набью 350 копеек, я не очень понимаю вообще. Это как бы бредятина. Собираешь карты, собираешь сразу. А смысл, как будто эти 6 веток, ой, 6 танга, а что? Ну и что ты с этими тангами будешь делать? Ты мне будешь вырубать лес как-то там так, что ты будешь заходить куда-то сбоку. То есть, ну понт, нет, никого. Слардар тут против стоит и Ригвару. 2 мегатанка, кстати, которых очень тяжело убить геомансеру. Особенно я говорю про Ригвару, который будет колбасить своими звездами, который будет стакаться, во-первых, на всех геомансеров. Будут страшные вещи просто происходить, понимаете? Я даже вот не знаю, что такое пеплис. Пеплис. Что это значит? Пауза или что-то? Поставь паузу, мы подождем. Вот. Так, ну вот смотрите, да, вот уже, ну, сейчас зря он раскидывается на первом левеле, потому что, ну, это так, между нами это полная ересь, потому что на первом левеле оно хоть и стакается, но носит очень мало, очень вся проблема этой, да, этой истории. Ну, тут у нас есть, конечно, инвокеры, которые стоят против аппарата, и аппарат, который, по идее, если раскачается, если он не очень косой, то будет, ну, хотя бы попадать ультой сюда, вот, а то, наверное, вот и сюда попадать ультой по танкам, да? Ну или... Не, ну по танкам, кстати, не очень выгодно бить. А вот по Миранке можно въезжать, да? Ну или, кстати, по самому инвокеру. Попасть по нему здесь с ульты проблем вообще особо и нету, да, проблемы? Тем более, если инвокера не будет к этому времени сапога, тут убегать просто не будет, не в силах. Я чихаю пока, это значит реальная правда, да? Знаете, почему говорят, типа, когда чихаешь, то ты говоришь правду. Я помню, столько раз такую хернёс и чихал, да, и на это скидывался, да, и люди мне верили. Идиоты. Ладно, не об этом сейчас разговор. А разговор потому, что Пуржу уже накосили до четверти хп, а он еще даже не включал рот, да? То есть он даже еще рот не включал, ну, минус, у него почти все хп. Это очень крутая стратегия. На самом деле, вот, в принципе, поэтому, да. Я не знаю, какой смысл с первым ротом, с первым хуком идти что-то пытаться кого-то там забирать. Потому что ты себе выжигаешь 5 раз больше, чем наносишь. Там получается такая фигня, что, в общем, это вообще это невыгодно. Только извинись, там не Ring of Hells у тебя есть, там или что-нибудь такое нереальное ты купил. И ты, у тебя бешеный реген хп. С тобой там носим на проходе хартреска, да, висит. У тебя еще там, извиняйте, как бы Ring of Hell в кармане и дерево еще у вас в команде. То есть, да, тогда и, ну, у тебя реген хп больной, ты, блин, можешь и там и ру там на первом левеле кидаться, и грипов им фармить, и что ты хочешь, хоть, я не знаю, хоть что-нибудь делать. А так смысла нету, ну какой понт, ты только себе хп все выжжешь, а нанести ты ничего не нанесешь, убить тоже не убьешь. Ты себя только, понимаешь, убьешь, сам себя убиваешь. Начинается, кстати, конечно, закатывание, да? Ну, закатывание пока МП у меня есть. Значит, МП скоро кончится. Ну, правда, у Гео тоже АХП немного. Я говорил, бери хартреску. Была бы хартреска, хотя бы тогда Войд бы жил нормально тоже. У Войда тоже был бы реген, да? Войд бы более-менее нормально проживал, да? Здесь у нас в лесу качается Гуля. Гуля качается в лесу. Ну, кстати, Гуля с первого тяжеловато качается в лесу. Лучше бы Гуля качалась бы вот здесь, вот, да, вот в этих диапазонах. И так выходила там Пуджа побить. Немножечко, да? Можно было, попыталась бы, да? В принципе, как бы кидать замедление, проходить плотно, пушку включать трудно, включать фрейзи, и вы нормально разбираетесь между другом, поговорили, да, там, и в лес, да, как бы, в лесу то им по не надо, то есть лес забежал, он побил там. То есть такие вот приколы можно было бы делать Гуле. Гуля, ой, Гео, беги, приносит кураж, что принесла, хартресочка? Надеюсь.
Здесь хардвесточка, да, все-таки хардвесточка собрана. Теперь немного будет легче войду, немного легче самой свинье, дабы жить. Ну, это, кстати, не свинья, это кобольд. Я так понимаю, потому что видел в World of Warcraft, там кобольд какой-то там, по-моему, в пещере копал какую-то херню. Там были эти кобольды, они усатые. Фу, это же противные, знаете, я не знаю. Очень, очень страшные кобольды. Я их боюсь. Так. Что это такое? Гуля, выходи. Выходи, ну не надо прятаться, друг. Выйди, дай в лицо всем, пожалуйста. Нет, ну Гуля прячется там по лесам, говорит, по лесам, по полям. Я ходила по лесам, по полям и нашла одуванчики. Любят девочки, любят мальчики. Ну, пока я не вижу. Пока не вижу какой-то мега-игры. Вот пуш, знаете, идет пуш, походу, искать, знаете, Гулю. А Гуля там может найти пуджа, тень 4 левел, а у Гули... Ой, начинается замес. Начинается замес, включается Френзи. Блин, посмотри, как она косает. Посмотри, как косает. Где? Мирана, алло! Липайся, что ты... Мирана, ты кидок доты вообще. Ну прыгни, дай Starfall. Ну, ай, ну что ты раньше не был, Starfall. Ай, ну убила, да. Просто, ну так, это такой кидок вообще был, понимаете? Почему сразу, вот сюда Мирана подходит, прыгает, вот ну здесь, не знаю, она перепрыгнет, ну короче, до сюда там, ну тут перепрыгнет, подходит до Starfall по двоим, ну блин, можно было, понимаете, выжил бы Гуля. Мирана как-то, понимаете, да, потерялась она, говорит, что там, ой, инвокер, ё-моё, инвокер, что это, инвокер, ты вообще забыл, что ты делаешь, инвокер, как так, ну именно подловили инвокера, знаете, просто, знаете, недооценил, не ожидал, что на шестом левеле можно так набить аппарат тебе лицо больно, понимаете? Как бы тут идёшь, знаете, идёте вы по улице, там видите, там вот какие-то пятиклашки, там, я не знаю, играются с домофоном, да, около подъезда. Вот, ну вы такой крутой, вам там лет 20, 21, ну или 50, вот, и как бы вы решаете, что вы очень такой сознательный гражданин, хотя сами там обрисовываете подъезд, ссыте в лифте, да, ну вы решаете, только вот у нас сейчас вот справедливость, да, такая вот набрела, да, и там подходите к этим пятиклашкам, там вы малые, да? Какого хрена вы здесь разрисовываете ну там, играете с домофоном? Идите-ка вы нахер, да? Малой такой говорит, да? Подпрыгивает тебе, дает по яйцам один, второй портфелем тебя вырубает, ты просыпаешься через час, ни мобильника ничего нету, ничего, ни плеера, да, там вообще, трусы сняли и лежишь около подъезда, и ты думаешь, вот это вот я не ожидал, да? Вот так же вот не ожидали, ребята. Также не ожидал инвокера от аппарата. Вот не ожидал, понимаете, такого, говорит, он подлого случая не ожидал. Что на 100 левеле вот так вот возьмут и просто и вот за насилу, да? Что это же без шансов, инвокер даже ничего не понял. Его начинает бить, он начинает бежать, колбас работал, ульт, все полетел, он умер. И не знает, что, как, что произошло вообще. Подходит аппарат, начинает гангать, колба по-любому должна вылететь, вылетает колба. Ригвару, точнее Струг, ой, да, Ригвару, Бристлбэк, вот, потому что Ригвару название, никто не понимает, что такое Ригвару, вот, Ригвару это Бристлбэка убили, селедка, гаси ее, селедку давай, до свидания, сельдь, трай-та-та-ра-тай, свежемороженое, селедка только у нас в магазинах, вот, и тут тем временем вызывает огненные покемоны, они вызывают, как он, чермиллионы, какие там покемоны были огненные, знаете, такой дракончик, я помню, такой он был, какой-то он такой. А помню еще, короче, серию первого покемона, у меня записаны 104 серии покемонов на компьютере, и там в первой серии такие-то, как бы Эш, он там что-то спит, что-то ему снится, что какой-то академии покемонов, вот, короче, там типа, троих покемонов, типа, на халяву можно выбрать, вот, подходит аппарат, инвокер, он, короче, помнит, что такое происходит, понимаешь, что может произойти сейчас, он тупо знает, иллюзия, ха-ха, что ты иллюзия, вида, а может быть дальше бежать? А что? Ну, кстати, нет, там дальше могли. Вот. И, короче, там были три на выборах. Короче, Сквиртл там. Чермиллион или короче, дракончик с огненным хвостом. У него какой-то, наверное, проблемы с задним проходом, потому что у него хвост постоянно горит. Вот. И. Бульбазава. Какой-то, я не знаю, какой-то, короче, динозавр, у него на спине цветок. То есть это какой-то геномодифицированный какой-то тюльпан, в общем, короче, а не покемон. Вот, и там он что-то выбирал, и я не помню, как он, короче, Пикачу получил. Неважно. Ладно, дело в том, что, смотрите, бьют Бристлбэка, давай! И зажрал пуджара Бристлбэка.
Ну, только его сейчас чуть ли крипы не убили вообще. Ну, тут как бы хука не было, да? Я не могу сказать, что сейчас... Чермандер, да. А второй бульбазавр, ну, тюльпан, короче, переросток какой-то. Я не знаю, что это такое вообще. Какое-то корневище тюльпана, в общем. Вот, и там как бы Пикачу... Ой, Пикачу. Этот шлюш, Эш, спит там и видит во сне там... Сквиртл, Сквиртл, Сквиртл! Там орёт ему там, воу-воу-воу, и он там радостный такой стал, вообще говорит... Я, короче, выбираю тебя там, и все, круто. А потом ему как-то Пикачу втюхали. Ну, то ли, знаешь, залежавший это товар, то ли просрочен уже был там. С другой стороны подходил Пикачу. Потом втюхали Пикачу. Вырывается, вырывается, Слардара, оси, оси Слардара, начинает здесь стакать Бристалбэк, стана Слардара. Мало хп, у Пуджа юзается колба. Юз колба, начинается гаситься Бристалбэк. Гаси, сволочь, давай, ой, Пуджар умер. Черт подери, что делается, сейчас еще может умереть, кстати, ой. Ультапарат, ультапарата, мимо ультапарата! Умирай, Геомансер! Вы гоните, ребята, вы что делаете? Что это такое? Это не дота, это черт пойми что. Давай, убей эту тварь, колдырь! Колдырь, ты что? Сейчас колдыря убьют в натуре. Колба есть, что, МП есть, что есть? Нет, убивать колдырь, что это живой, сейчас куда вылетит какая-то хрень. Хрень летит в виде инвокера. Ужас на крыльях ночи летит, хочет убить бедного колдыря. Колдырь прячется за Таур. Здесь еще Феникс. Дартиро. Войд. Сейчас будет набег варваров. А пока мы быстренько альтапаемся, самый интересный момент. Самый интересный момент, альтапаемся, возвращаемся. А здесь тем временем происходит, что гуля просто ход по лесу. Очень интересно, знаете. Итак, Войд почему-то с очень маленьким количеством хп, его уже наджуканили где-то. Пудж видит всю картину, за Пуджом сразу не гонится, непонятно, не ясно. Сейчас, правда, вот это вот в это могут ворваться чудо. Оно не уйдет. Оно не уходит, не уходящее. Хотя нет, ну если там волк, ну то неважно. Пошло, подняли. Поднимай, говорит, витрину. Ой, состанили, убили! Отличный тайм-волк, просто в кусты, молодец. Я думал, хотел где палаче сдохнуть, вот и сдох около деревьев. Говорит, знаете, как русский че говорит. Буржуин, говорит селедки. Да я последний раз в жизни перед смертью березушку мать обниму. Вот русскую березушку. Ну, спасибо, березочка, да? Прыгнул на березочку и сдох. Теперь сельди отомстили инвокера. Инвокер зажрал. Жри инвокера, гаси его, тварь. Инвокера, хука притянули, убили. Да, вот. И как бы вот подходит Дартиро, говорит, я сейчас прыгаю с таймбока. Березочка мать русская обнимает за нее. Слезами вот так окатил ее, понимаете, всю... И ее так селедка его проткнула насквозь вместе с березкой там и оставили. Вот, в общем, так вот под березой его и закопали. Вот такая грустная человеческая история. Вот, я думаю, надо снять документальный фильм по этому поводу. Вот, если у кого-то есть камера и друг, у которого борода как у батюшки, можно накрасить ее синим цветом. Ну, и снять этот как бы документальный момент. Ну, еще березка нужна. Ну, или дуб. Ну, неважно там уже. Можно березку покрасить белой краской, получится... То есть дуб покрасить белой краской, получится березка. Вот, и в крайнем случае, кстати, если уже грим наложен, то можно еще и фильм «Сильная борода» снимать. Теперь опять селедка попадает, прилетает и сразу сушит. Знаете, говорят, селедка сушеная под пивко, неплохо, знаете, как бы, говорит Феникс, я уже пиво взял, осталось селедку засушить. Ой, какой хучара, давай, гаси эту, ну что, вообще, никто не заметит, что притянул ху... А, и сразу аппарат уходит, пролетает Феникс, давай, забивай. Пуш, уходи, тихо. Иди, Бристалбэк, пойди догонять не должен. Да, а чем догонять? Догонять того не меньше. Отлично. Читаем что-то в чате, там понаписали. Ожидаю интересного в чате. Так, он пап показывает. Чё это за хрень? Пап, да. Понятно, аналитика, конечно, убивает. Чё это аналитика? Да здесь не в аналитике соль стрима. Как не в аналитике? Мы сейчас перейдем на аналитику. Здравствуйте, с вами аналитическая программа Dota. Вот. Ну, знаете, как в аналитической программе говорят все время так дебильно, долго. Потому что, ну, понятно, эфир идет 2 часа, а аналитики всего на 10 минут, поэтому будем затягивать. С вами аналитическая программа... С вами аналитическая программа Dota. Вот. Мы ведем аналитику PUBG 500 PTS плюс. Вот. Главное сейчас в игре инвокеру не залажать, селедки раскачаться, Бристалбэку тоже. Вот, и Пуджу наконец-то попадать хуками, а не просто подходить и жрать. Вот, в данный момент мы наблюдаем, что очень сильно долбят Пуджа.
Но помогает, придет на помощь геомансер, подходит сюда Бристалбек. Бристалбек, по идее, должен контрить геомансера. Да. Ну, потом ведущий засыпает. А теперь мы переходим в нормальную доту, потому что вот эта передача аналитика закончилась на сегодня у нас выпуск. Выпуск, однако, да? Ну, как знаете, вот это вот, ну, не знаю, может, никто, конечно, программу времени смотрит на первом канале. Знаете, мне нравилась передача «Однако», вот это вот. Ну, я не знаю, этого небритого чувака, походу, иногда пускают в эфир, так, ну, случайно, не знаю, то ли он бьет режиссера, то ли он насилует редактора, да, вот, то есть там редактор, бабка 80-летняя, он насилует просто, и поэтому она жаливается, пускает его в эфир. Тем временем, кстати, убивает Слардара, но, убей, да, полетел Феникс, убил, Гуля на Яре, кстати, по аппарату это плохо, аппарат, да, нормально все, аппарат отбрехивается. Он брехивается своими кобами, начинает лазеры. Лазеры опасные, да. Надо валить, правда, за пушку не забывать. Вот. И как бы вот его пускает этот человек, не помню, как его зовут. Ну, конечно, я понимаю, он умный, да, там он горит реальные там какие-то вещи экономические. Вот. И вот пускает реально минут на 5 в эфир. И он там, знаешь, ну, все время он, конечно, жалуется. Ну, а что могут еще критики делать? Они только ноют. Говорит, однако нас сегодня. Ну, знаете, вообще, передачу можно назвать так. Однако нас сегодня поимели опять, да. Вот примерно такая передача. Потому что. Да, Леонтьев, он про другое ничего не скажет. Там сегодня там президентом Америки стал негр, да. Да. Вот, скоро в России губернатором станет китаец, да, да. Губернатором Сибири, да, допустим. Вот. И все. Однако до свидания, мы снова, блин, набрали полный рот, да. Вот, до свидания. То есть вот такие передачи, реально, по 5 минут. Просто человек, он как бы живет месяц, собирает дерьмо в себе и выплескивает, как бы. Ну, нормальная такая работа, я тоже на такую согласился. Причем за эти 5-минутные ролики, я думаю, он получает, ну, на как я за всю свою жизнь заработал. Вот, ну, неважно, как бы, да, я тоже такие передачи вел. То есть, мне пофиг, на какую тему рассказывать, я как бы поплакаться на все, что угодно могу взять. А уж грузить на кого-то, так это вообще. Вот, поэтому, если у вас есть связки на телевидении, пропихните меня на радио, да, конь. Я буду, ну, я могу даже больше 5 минут что-то рассказывать. Неважно. Так, тем временем инвокер. Что у нас инвокер? Что инвокер себе представить? У него 24 крипстат и 1 трещот. И вот сейчас будет 1.4. Может быть, да? Пошел хук. Ой-ой-ой, какой говнохук. И самое главное, Бучер стоит на том же месте. Он думает, что они вообще не видели, да, что когда хук был? То есть, как? Я кинул хук, да? А инвокер не видел. А хотя, походу, он, наверное, не видел, что там был хук. То есть, как бы пуш, знаете, он в засаде сидит вечно, да, он просто с места не сделал, просто хуки все время швыряет, да, пофиг. А меня запалили, а мне все равно, да, а я буду кидать дальше, что там, а какие проблемы. Отлично, я люблю кидать хуки, потому что я, мне очень это нравится. Так, все, он комментаторе и его манере комментировать. Там Вилата, пофиг на Вилата, а что зависло, ничего не зависло. Так. Сява такое дно, хорошо. Я опечален, что вы его смотрите. А, ну это один человек пишет. А вот. Я опечален, что ты. Так, мало того, что это Дота, да еще и стример полный дегенерат. Вот я не знаю, человек вообще знает значение дегенерат. Вот, я думаю, что как бы нет, да, он как бы не очень в этом уверен, да. Вот, потому что дегенерат это, по-моему. Я тоже сам, кстати, не очень знаю. Но, по-моему, он никак не относится к разговорному. Очень, короче, не по делу. Да, совсем не по делу, поэтому вот. Ну, все равно, что, знаете, человек, который сидит в библиотеке, обозвать Эйнштейном, примерно тот же самый эффект будет. Ну, или педофилом, да, тоже. Ну, а точно такая, конечно, да, что ж он сидит в библиотеке, конечно, он педофил. Да, то есть, примерно то же самое, да. Отличная история, да. То есть, как бы, мне так нравится, знаете, комментарии. Они очень, вот как бы сейчас просто что-то прекратили, что-то прекратили такие комментарии. А раньше были меня очень такие, взбодрили меня просто, знаете. Я сразу понял, что вот мне не хватает. Вы знаете, твой стрим говно. Я сразу ребята, все, я понял, в чем причина моих ошибок. А сразу ясно стало, да, все. А что еще надо? Просто сразу, твой стрим говно, я сразу, да, в натуре, да, я чувствую, да. Вот, я скажу, да, я чувствую, да, вот, там, аналитика плохая, да, вот сам уже додумай, знаешь, как бы тебе говорят, говно, а ты додумай сам. То есть, ну, отлично, отличная идея. Отличная критика, очень продуктивная, да, то есть это правильно, да, ребята, это супер, вот. То есть приходишь к учителю, говоришь, ваша математика вообще, в гробу я ее видал, да, она говорит, да, конечно, Василий, больше уж математику учить не надо. Все, Пуджа убили, причем, знаете, покарали все, знаете, всей семьей собрались, сказали, Пуджара, ты такое на свете жить не должно, и убили.
Вот такие дела. Вот так с пуджами обращаются иногда. Да, приятно, да, не очень приятно. Так. Ну, если не нравится стример, зачем смотри? О, мисс Клик, ухожу. А это он еще три сообщения писал. Хорошо, ты, интересно, ты уходишь, я не знаю, может у тебя... Как вот еще можно мисс Клик? И столько... И вот я когда... Реально, это все равно, что вот вы переключаете по каналам, да, ну, знаете, только по каналам, знаешь, не так вот вперед-назад на пульте, да, допустим, там 53-й канал, там, 15-й, 16-й, ну, и так вот невзначай выпадаете место, ну, в 12 часов ночи, да, вы смотрите там, место на РЕН-ТВ, где идет порнуха, вы попадаете случайно, ну, вот очень случайно попадаете на канал Культура, да, и остаетесь там на полчаса и говорите, ну, мисс Клик, блин, ну, мисс Клик, и смотрите там про... Молодую жизнь Пушкина, да? Вот это да, вот это мисс Клик, это то же самое, это самая история. Вы не идете порнуху смотреть? А говорите, вот я сейчас мисс Клик, я буду полчаса себя мучить, смотреть там юный Лермонтов, да, там, как он там писал свои стихи, там, или что-то вообще такое, вообще просто там. Это, вот это мисс Клик. Ребят, конечно, конечно, я, конечно, вам верю, да, в натуре. Ребят, конечно, мисс Клик, реально, да, бывает. Вот, со мной такое постоянно, просто постоянно. Били Мирано, как что она вообще дает? Как Мирано, если притягиваешь, да, она как бы должна вот выпрыгивать, да, она не выпрыгивает. Тем временем у Пуджа есть фейзы, у Пуджа брейсер, у Пуджа поинт бустер, да, но у Пуджа нету худа. Почему нету худа? Вопрос интересный, почему нету худа? Я не знаю на него ответа, а почему его нету? Это даже очень любопытно, почему нету. Подходит сюда Пудж начинает палить. Бристов надо разворачивать. Начинает Бристов Бека жрать. Давай, пожалуйста. Ультует еще аппарат. Да, забрили Бристов Бека. Отлично, отлично. Забрили Бристов Бека. Все круто. Бежит Гуля, правда. А Гуля, по идее, не должна догнать. Фейзы. Ой, куда ты? Ой, куда повернулся? Сильдер. А Бри пролетела мимо Гуля. Она вообще не интересуется, что происходит. Ой. И начинает гасить Пуджа. Пуджа, его регенит. Нет, он бежит. Минус армор, на нем. Тут подходит геомастер. Ой, в сеточку взял. Сейчас отпустят, вы что гоните? Нет. Бучер еще поднял реген. А теперь на развороте. Гуля спряталась, короче, в селёдочку. В селёдочку спрятала. Пошел хук мимо. Стрела попадает в аппарат, а нет. Начинает здесь гаситься. Вылетает Гуля, начинает бить Пуджа. Здесь что-то очень страшное происходит. Начинается... Ой, дартирор ставит! Ставит колбу, убивает! Минус два. Тра-та-та. А гуляющая живая. Ну, в принципе, очень круто. Блин, Пуджу так повезло. Еще Бристал Бека хватает, начинает жрать. Лазер в него палит. Бристал Бек! Ты умираешь, правда, и Пуш тоже. Пуш, ты передержал. Передержал ты свою планку, Пуш, ты тоже умер. Но это, конечно, плохо. Да. Надо было, собирать худ. Почему нету худа? Ну что ты без худа играешь? Ну как бы Пуджу надо худ. Реген ХП ему очень нужен. Очень необходим реген ХП. А у него нету вообще сейчас получается. А то, что он там один брейсер, вообще не зачем брейсер собрал. Нахрен он срался. Один, то есть барабаны что ли? Или что это такое? Ой, выжигает МП. Ну попал, выжигаем МП. Ну правда не так много выжиг, да? Тут Феникс. Но Феникс там особо и не было. Не было МП. Так, сейчас будут нас сносить пытаться Таура. Мы, блин, почитаем еще интересные комментарии. Потому что там очень люди как бы нервничают, да? Сыц там нормальный стример. Вот, весь ГГ плачет от него. Так, что там еще? Там нормальный стример по... Проберется, что? Вот. Так, что там? Ну ладно, короче, мы, в общем, пишите в чат, я логи все сохраняю, а потом почитаю, потому что сейчас это как бы, ну, не очень прикольно отвлекаться от игры. Потому что я как бы думал, что нет, да это нихера не отвлекает. Но потом, когда я посмотрел вот свой и посмотрел, что там, это так бесит, я же хотел сам себе головой себя об стену долбануть. Ну ладно, все, переключаем сейчас на чат, вы пишите, все будет просмотрено. Ты десник? Блин, я буду на эти вопросы отвечать. Ну вообще, когда ты... на Гудгейме совсем про такие темы нельзя говорить просто. Ну это же, я и так на Гудгейме говорю про то, что не надо, да? Ну как бы я понимаю, мне как бы, конечно, никто не говорил, что это не надо там, да, там рассказывать про какую-то вещь. Но я подозреваю, что это немножечко не так, да, и если попросят, конечно, сразу прекращу. Ну, пока не просят, да, прекращать пока нет смысла. Ну, про такое не надо уже прям разговаривать, ну, сенс, это что-то прям совсем уже такое, не это, не то. Да, не то, что там мне как бы стыдно признаться там в чем-то, вот, но мне как бы на самом деле пофиг, потому что есть у меня некоторые причины. Ну, очень, короче, ладно. Все. Дагон! Ты от кого?
Опарата? Опарата догон. Да ладно, гаси, гаси, давай, Василий. Василий, заводи машину, беги, убивай Регвару. Подходи, селедка, стань. Стань, селедка, станет. Нет, убивает, умирает Регвару. Трипл килл. Сейчас будет ультра, ультра, ультра килл. Давай, Рэмпейдж. А, Рэмпейджа не будет, никого нету рядом. Ай, вообще, что творит? Что творит? Я просто обалдею. Вот это сила. Ты что, аппарат сделал? О, подтягивают, подтягивают парня. Давай, 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 давай. Давай, давай. Рэмпейдж. Вот это мощь. Вот это скрим сегодня. Что-то разогнался, Рэмпейдж, вообще. Блин, выходите из игры, скажи, что я могу сказать. Ай, вот это, конечно, сильно. Рэмпейдж аппаратом. Рэмпейдж аппаратом, который, в принципе, уровень такого второго левела, да, есть. Который такой, ну, как бы, не керри, герой вообще. То есть, ну, вот, конечно, ну, конечно, да, он не сам там сделал, да. Не сам сделал, конечно, ну, не пятерых убил, не в личку. Ну, все-таки, да, как бы втроем, пятерых убил. Сразу догон с Лордара, минус пол хп, дается стан, попадает. Попадает, по... ой, еще убивает Инвокера, там в Ристалбека, в Ристалбека гасят. Мало хп у Слардара, Слардар убегает, уходит. Ой, давай, 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 Ристалбек, давай, ну! Ристалбека можно же убить, а нет, еще Мирана не надо валить, ребята, в натуре. Надо валить, замедлять, замедлять, форстафом выпрыгивать. Пошла стрела, попала в аппарат. Это же плохо, аппарат сейчас умрет. Нет, аппарат не спасется. Надо бы три своих косаря где-то просрать бы, надо было бы. Ай-яй-яй, сейчас потеряет много денег. А хотя нет, те же деньги не теряются. Да-да-да, те закидыш не потеряются. Но все равно потеряется за крипов, там, я думаю, есть все-таки. Ну, как бы не быстро. Да, умирает, умирает по-любому аппарат. Ну, как бы должны убить его в любом случае. Ну и потерял бы босса, конечно, ну ладно. Черт с ним. Это как ломал стекло. Да, что ты проломал стекло, я забыл сказать. Ладно, ничего страшного. Вот. Андрей, расскажи нам анекдот. Не, не Андрей. Вот. Не, ну можно... Ну, Андрей, кстати, блин, песню я поставил. Ну, к сожалению, это последний пап, поэтому перерыв. Нам его в конце стрима ставить. Ну, в конце стрима, а что? Блин, смысл ставить в конце стрима песню? Как бы нет. Ладно, ладно, ничего страшного. Вот, поэтому сейчас, может быть, последняя игра, в общем, заканчиваем. Вот. Песня про Андрея там есть, конечно, такая сильная. Ну, не про всех Андреев, но про некоторых, да, допустим, так это можно назвать. Так, так, Mystic Stuff. Как раз следующий стрим в среду на Good Game. Вот, где-то в районе, я думаю, 6 по Москве. 6-7 по Москве. Смотрите, в общем, анонс. Я как бы анонс вешу с утра, то есть с утра там встаю где-то 10, да, и вывешу анонс. Вот. А на Икапе четверг пятница. С 20 до 22, по идее, потому что там со списанием запарно. Тоже начинаются сильные такие меры какие-то там страшные, да, такие как бы пошли. И я там забыл расписание дать, меня чуть-чуть нагрузили. Ну, в принципе, по идее, должны поставить четверг пятница, я подозреваю, что все-таки впизнут. Но так посмотрите расписание с Икапе, поэтому оно сейчас будет точное. Там уже сказали, что типа если ты не приходишь там, то начинает, ну если без вышечной причины, там еще в отпуск отправляют, там еще куда-то. Есть расписание, но там меня должны добавить еще туда. Что я написал солки его, должны добавить. Я думаю. Ну вообще мне пофиг, добавить не добавить, я буду через стримить в пятницу. Пофигу как-то, знаете, ребят, я ничего не знаю. Четверг, пятницу стримить буду. Не, там Версута что-то хотел какой-то день, без собак сейчас убивать. Версута хотел какой-то день, ну не знаю, в четверг или пятницу точно будет что-то. Ну, не знаю, в общем, там будем смотреть. Так, что это такое? Ну, это да, это снос. Надо идти, догон прокачал он, да? Догон четвертого. В принципе, до пятого, да, надо, уже, ну если до четвертого докачал, уже до пятого есть смысл качать. Конечно, нету такого понта, что четвертый оставить четвертый, там, ну, пять, да, пять левел догона. То есть до пятого надо докачивать, и сколько там он сейчас наносит? Сейчас 700. Или почти четвертый максимальный. Четвертый, не пятый, да? По-моему, может. Сейчас я гляну. Не помню, четвертый. По-моему, 700, но, по-моему, последний 800 он наносит. А не, раз, два, три, четыре. До пятого уровня, да. Значит, будет 800. 800 будет, короче, да. Единственное, после этого будет ломать стекло, в общем, все дела такие. О, давай, 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 давай. На, нормально, сразу. Ой, сразу Мирана уехал. Сразу уехала Мирана, нормально. Закатила, закатили сразу. Неплохо.
Сейчас надо 4-й, 5-й левел нести. Надо нести 5-й левел. Быстрее. У тебя есть деньги. Покупай, неси 5-й левел. 800 дымага очень много. Ой, Ригвару, Ригвару, аккуратней. Ну, очень мало, видите, мало хп, там у Ригвару мало хп, левел маленький, 13-й левел, только вангуард. Под кость ветка дает стан, облетает всех феникс, ставят сразу, колба, колба, и долби, долби. Ой, забрали с догона одного. Ригвару забрали, светку тоже, ну, вот, что-то, мне кажется, ну, Гуля должна уйти. Гуля должна уйти, ай, Пуджара, что ты творишь. Подкинул, хорошо, молодец, и пошли уже сюда. Надо сейчас снести бараки, ребята, чего вы так поперлись? По-моему, это не очень правильно. Не стоит сейчас стоять под этим. Идите, да сносите бараки, там все дела. Гео, пусть двое гео пошлет, если что, припартится. То есть такая всякая фигня должна происходить. Вот. Так, должен догон принести или догона нету? Догон. Догон последнего левела. Все, догон 5-го левела. Да, это 800 урона, блин, это очень много. Это очень много, при том, что тут у Мираны хп сколько там? Сколько, по-моему, 1200, да. 800. 800. О, еще и Шива здесь. Тут Кираса на бас собирает. Ой, то есть, эту какую-то Раску его собирали, короче, этому Фениксу. Он же типа силач, да, как бы? Вот. И так, знаете, блин, очень мощный. Такой жирный-жирный. Реально, он этим лазером палил, как бы, и ему было пофиг вообще на все. Ну все, сносят. Одну сторону снесли. Вторую сносят. Там аппарат еще, аппарат ультами гасит. Нормально. Ой-ой-ой, давай-давай. Хорошо, выпаливайте этих всех. Ребят, даю. О-хо-хо. Гроб около дома похоронили Мирану. Нормально. Мало хп у Пуджана, у него есть агоним, он сейчас отожрется. Сейчас, да, отжирается. Сынвоки, новоки стали ледяную стену, но немного не там, где надо. Немного чуть ошибся. Но ничего страшного, все равно умер, да. Какая разница, отмучился. Так, ну и счет. Счет 42-11, что ли? Чтобы на Терри 42-1. Неплохо. Да. Да, тот Аналды. Это оно именно и есть. Так. Не, ну в принципе, да. Тут уже все ясно. Все ясно. Так, колдырь просто издевается. Ну и издеватель. Колдырь издеватель. Да, такой вот колдырь. Так, что, мышка. Давайте уже заканчивайте игру. Сейчас я логи чата скопирую, чтобы все прочитать, чтобы ни одно ваше сообщение не пропало. Так, подняли Мирану. Ой, подняли Мирану. Мирана прыгнула, ее подняли на небеса, она полетела. Вот. Ой, что это за толчок? Туда, правда, Войт ставит. А-а-а, фонтан лупит ему насрать на ту колбу. Ты что думал? И Феникс тут, а... Фонтан не коцает Феникса. Я думал, коцает. Втащил. Да, что-то уже пошли под фонтан, это уже, конечно, совсем уже жестяк. Так, тем не менее, крипы тут все разделывают. Инвокер что-то пытается делать, поднимает тут, конечно, геомансеров. Но это все так. Это все так никак. Абсолютно вообще никакущие ребята. Твис и Спарта. Вообще, madness. Вот, все, трон, сносите трон, ребята. Ну, хватит уже их мучить, они тоже хотят, блин. Ой, опять закидывают геомансера, чтобы он умер, я не знаю. Подстава, знаете, просто подстава. Жестокая подстава. И тем временем все-таки начинают фокусить трон. Да, тут стоит Феникс, который расколбашивает всем, чем надо. У нее есть Шива, он кастует Шиву. Да, опять Мирана опять умирает. Селедка! На форстаф ее толкнули, и аппарат не дерется. Аппарат не дерется, форстаф уходит. Да, и все. Так, копируем логи чата. Там читаем, что там последнее есть. И говорим вам огромное спасибо за то, что смотрели. За то, что участвовали. За то, что писали, говорили. Вот. Так вот. Так. Это можно стереть. Это можно вот так вот. Так, и сегодня у нас первое число. Выбираю число. Сейчас так. Все, всем, в принципе, спасибо, кто смотрел. Все обязательно прочитаем. Встретимся с вами в среду. Именно точно во сколько, смотрите, анонсы, да, будут они обязательно с утра висеть. Вот, поэтому так, играешь. Да, стоит у меня там какая-то фигня. Ну, этот, батлнет, вот. Так что всем спасибо, кто смотрел. С вами был Иксус Ал. До свидания.